Блять, такие уёбки, нахуй. Блять. Отвечаю, нахуй. Я ебал Слушай, тебя. Войт, если завтра упадывают обычные латные ботинки, ну там или грудак, без каких-либо этих стопов, Ай, ну чё там? кому они по приору могут, в принципе, уйти там, ну, из ТТГшки? ТТГ, ботинки. Ну, На или это кого? грудак. Ну, на танка там, на танка Танк. смена. Да, типа просто без чара каких-либо, кому они могут, ну, в Так там принципе, уйти. некому уже их Ну, я не забирать, по идее. знаю, ну, типа, танчишь, да, заберешь, блядь, если Так надо. с ТТГшки не падают шмотки без чарок. Не, Окраина он имеет жезлов. в виду не классовый. Да, не классовый, то есть там без ревностного, без там какой-то еще хуйни, такие вот самые там помойные. А, если ревностный выпадет, будет себе, мне кажется, вены перегрызет на руке. Не, ну если это... Уже Не, падал. мне кожаный только надо, не кожаный только ревностный. Ну если надо, тебе заберешь, да и все, хули. Ну я там на ДК, у меня в принципе есть ревностный, который... Я не знаю, может я не ДК пойду, может я престом пойду. Или хуй знает кем, нахуй липало, блин, Че, не все знаю. тут? Да. Ни у кого нету этой статьи, где написаны все чарки с ТТГ, а то у меня последняя статья глючила очень У меня все за есть, ВК. но там вроде ревностного нет. Запускаю? Нету. Да, магазин открой, да посмотри, да, если да. Рыбу поесть. Запустил. Магазин Вот. какой? Внутренний игровой? Ну, да. Поставь ГБ. У кого сильнее танк? Меня. Бури, ты их пал. Мы про Кирсори и Гиену. Там у кого из них типа сильнее? Да. Надо мериться. А чё вы без танка? Сейчас танков нету вообще никаких. Спекайтесь, блядь. Или чё вы? Ты? Сказали же, Буря, что ты в этом в хиле. А, так у тебя Седжу замутан просто. Походу. Ты размутай, скажите, чтобы размутал. Че? Нет, он. Он у меня в это типа. Я в ЧС А че вы стоите в фуриках? Ну нахуя, выкинь сейчас. Че вы делаете, блядь? Не занимайтесь. Ну хз, просто уже сказали, что хил. Я подумал, что Седжу в муте раз. Так. Не слышал. Не, я не знаю, видимо он это. Ну, я 100 раз уже сказал Буре, что хил. Кирсори. Ну, походу у Кирсори пожирнее будет танк. Да, такой плотный. Тел ребенок забрал. Я пуха. Игл тут. Пуха с ЗС просто. Да, объяснят. В принципе, не это. Тяжело. Просто босса танчишь и все. Похуй. Да. Лок, у тебя есть фласки на этот какого? Энвис. Дилку на этого, на Войда кидай, я больше буду генерировать агро. Не брал. Куда? Есть эти фласки? Есть. Сколько дать? Кирсори, короче, сейчас ворот откроется, выходишь на порог и ждешь двух мобов, агришь их и спускаешься вниз, налево. Частицу. Все остальные стоям, стоим, ждем. Ну, алло, вы чё? Начало. Кирсори забираю. И вниз, он туда налево. И вот тех левых. Чё, заливаем?
Объясните Локу, как пробегать. Я все знаю, как пробегать. А, окей. Может, просто флаской поделитесь с ним. Его ожидали. Хорошо. Я вот немножко не понял это. Включите кино. Сейчас, секунду. Тут, короче, вот тот же самый ревностный. Типа, сколько здесь у нас? 10, 125, 16, 200, 21, 600, 27, 0, 15. Это что значит? Когда 30% ХП становится, и по тебе проходит любой урон, то тебя отхиливает эта хуйня. КД 45. Нет, а почему 4 секунды, 4 вида этих отхилов? От левела, ну, это ранги. Жапа, почему? То есть в 271-м там 21 с копейками, вот то, что ты говорил. Ну, вот столько хилит ХП. Когда апнут, то будет, типа, четвертое значение. А, типа, еще будет один апшмоток, что ли? Да, ТТГ, что будет. Да. Когда? Типа, 284-й будут? Да. Да, да, когда? Очень не скоро. Надо фармить. Месяца три, наверное. Надо фармить. Может, 4. За это время можешь напомнить, типа, 5 запы, запы, ступни, кисти, еще и площадь, ну, пояс надо, с ТТГ. Дими Дарк, я же понял. Нет, нету. Если есть у кого из подамас, дайте, пожалуйста. Поставьте ГБ. Не забывайте. Я там ставил, вначале ничего не дали. Ты, блядь. Кому там надо? Лук. Карманшу. Жрём лук. Рыбу. Ну вот, подойди. Вот, подойди, вот я на водомерке. Мы ж рыбу жрали на входе. Да, никто ж не умирал. Еще раз. Благодарство. Так, чё, отчётно-то? Все готовы, да? Просто выходишь в центр по отчету, танчишь. Все, там где босс стоит, там и танчишь. Вот дает. Тебе дай дагер, блять, начнешь больше меня давать. Ну хай, дали промах, нахуй. Вот так вот, блять. Какой я крутой, нахуй. Даже, блять, боссы промахиваются по мне. Ебануться. Сейчас смотришь такое, это танкошмоти, да? Забыл танкошмоти. Ну, как обычно, в принципе, мне кажется. Что, буря скоро, да? Берегите. Да, сбегаемся. РТД сбегаем. Вон в этот. Алло, вы бичи, что ли? Вы не видите, где буря? Босс, сбегайтесь и все. Понятно. Я понял. Какой под босса, если буря нахуй сбоку была, не сбегался? Ладно, умираем. Па, смотри, если сбежаться под босса на время бури, то все будет нормально, то что вы заберетесь. Ну, такая буря... Мы сразу же выходим. На челике на другом была, нахуй. И надо просто было к нему бежать, а вы чилили, стояли. За 5 секунд. Сбегаться надо было раньше, надо было, и все. Ну, не знаю, сколько я ходил, постоянно сбегались под босса, и это, ну, не вызывало проблем. Тихо-тихо. Все выбежали. Нет, ты что, там не резнулись люди. Риски, тело... если забегаете, в инст, выбегайте сразу же. Сори, Медарка. Бля. Ну я уж понял, то что обновить надо. Все? Нет. Я далеко убежал. Аж как видишь. Все обновил. По сути обновилось. Нет. А как обновилось, Медарка, в инсте, блядь? Выйдите обратно. Господи. Я же сказал то, что... Теперь обновляй.
все. Не обновилась, почему? Не обновилась, кринж. Выйдите. А почему? Ты на Геру поменяй обратно. Понял. Че, тоже? Тоже не обновилось? Все обновилось, скинулось. А-а-а. Таймера нету. Короче, когда статические сбои кастуются, РДД сбегаются. На ком этот сбой? Ну там по нему видно, на нем типа молнии. За 5 секунд до каста надо просто под босса сбежаться, все, все и ничего там не будет. Да. Запускай сразу быстрее, чтобы этот пидор запустил нас. А толку, смысла не будет, он, блядь, зелье КД, блядь, еще 4 минуты. Пробежать же, надо зельку юзнуть. Ну, пока трэш попьем. Да он 2 минуты запускается, 2 минуты трэш, нахуй там откатится. Че там у меня дарк, интересно стрим. Интерфейс убил, конечно. Вот этим? Да вообще всем. Ну что поделать. Ну, кому как удобно, я не осуждаю. Он профессионал стримов запустил. AK Void Fury. AK Natural. На мой стрим мне интересно, что это. Две кнопки. Второго кого, медведя? Что? Угу. Второго, да, медведя идем. Да. Да. Ну, а так как скипать? Будем через ворота или пробегать будем через трэш? Ну да, через ворота. Но только... По-хорошему, когда туда засуманимся, не, надо просто каждый по-разному спрашивает, я сразу заранее спрашиваю, просто к воротам надо будет хуярить, блядь, ебашить, там шкаф ставить или как. Я просто заранее интересуюсь, просто все по-разному закрывают. Кинь щиток на ультраприст. Да? Кинь щиток ультраприст один. Ага. Буря, можешь каску убрать и кулак сделать? А, он же не слышит до меня. А чё кулак делать, если у нас два вара и они бафуют? А, да? То и другое. Да. О, я только на этот, на хп вижу крик. На мне еще на ап. А, боевой крик вижу. Да, на тебе тоже есть. Ну, главное, чтобы по КД обновляли. Чё там фласка сколько? 2 минуты показывает. Нормально, как раз. Как раз 2 минуты. Шарит. Я, короче, еще попробую поанонсить, чтобы разбегали. Да по сути тут все легко. Ну, по сути, да. Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Точно МДД души и РДД души не это самое, не общие? Нет. Да. Чё, да? Ну, не общие. Куда ещё? 37 тысяч хп. Нормально, плотно. Можно на Киас сходить. Я, кстати, пытался в соло фармить одну ручку,
эту потертую. И мат там такой дрочево. Не, мне кажется, это очень сложно. Нет. Противно и долго. Заряженный пал с шеймом. Там прочистит все. Минут за 5, наверное. Прочистит, да? Прочистит. А что прочистит? Все. Все прочистит. Все, что нужно и не нужно. Да, блеск. Трубы. И не трубы. Трубы это хорошо, трубы это хорошо. Все выходы, блядь. Когда входы. Трубы чистые, и душа и радуется. Опасные. Вот вы сами это знаете. Вот засор, когда происходит, это же, ну, неприятно, да? А когда засора нет, это очень хорошо. Короче, тут, знаете, какая-то легкость на душе. Ну, не знаю, это надо у Паладина спрашивать. Понятно. Постоянно засоры в трубах. Ну, на самом деле, у разбойников тоже. Вот это вот да, да. Взаимные все дела. Глиномесить? Чё, давайте месить хули. Чё, все готовы? Я 7 лет. Блин, тебе сопли надо раньше кидать. И под проки еще обновлять палец. А, ты мне, да? Угу. Ну, под проки. Ты можешь да, ну, раздавать. Там их очень много, понимаешь, что прикол? Их очень много. Сбегись. 10 секунд. С пола еще чубрика своего можешь давать в бурсты. Берегитесь. Ну, собаку. Да, понял. И тебе только нужны проки 3, по сути. Внести. Ну, у меня еще идет прок спины. А, и спины, да, все. Это и прока унесено. По сути, главное. Блять, у нас рейндж, нахуй. Ну кто там такой мелкий, нахуй? Меньше гнома, нахуй. Бегайтесь. Да, кстати. Типа разъебало. Я тихо стал. Не, там забей там. Крутит на птицах, блядь. А ты что-то против имеешь, что ли? Я стопнул пока. Кто крутит, тебе не натурально. Я понял, нахуй. ДК паладин. Я вам проседаю. А Мишка? Что, буря скоро? У меня три стака просто. Она до удара или после будет? Электрическая? 5 секунд. Сбежите. Ну, после удара. Ну, нахуй. Вы меня в сову, быстрее в сову подойдите. Захилься, ультра приз. Ну, в сову, блять, вы еще совсем тупые. Что, БРа нету. Что, на еще на киллзоне, что ли, тусуетесь? Да. Мы сейчас сдохнем, нахуй. Тусуемся. Хильте.
А ты бы уже отдавал в кого-то? Давай гимноману. Да. Пиздец, нахуй. Вставалку юзай. Захильте его. Ты сейчас разъебет его. Если на вас два стака в дебафах, не бейте. Да дело-то не бейте, просто если прилетит. Ну, Боря, дело в стаках, Боря, 7 секунд. Стаки сложили. Боря, 7 там секунд. Еще не прохилили. 5. Разбегаемся. Мама. Дарк сейчас откиснет. Лок, у тебя два стака, притормози. Тебя да, блядь, ему хоть надо бить, ты чё гонишь? Допустим, не это пропаду, не зависит от того, это не от этого зависит. Босс сам выбирает цель. Плохо бьет, он не бьет. Какая может... разница, два стака урон потом нанесут. Ой, блядь. Я тебе объясняю, что цель он выбирает случайно. Вот эту синюю хуйню кидает он в одного человека. И похуй, дамажишь ты или нет. Надо дамажить, босса надо убить. Зачем стопать, какой смысл? Это ничего не даст. Понял? Так что стопать не надо ничего. Че, буря, да? Или че? Да. Да, забегайте. Берегитесь. Опять на мне. Щитуй. Сейчас будет это электрическая залупа, щитуй. У тебя все щитами должны быть вот. Дово, конечно, это все. Ну, одна ручка навар. Ну-ка, Вилайн, сколько сегодня душ нафармил себе? С 25-ки. Хуйня. 150 где-то. 150? 200. Подыхаем. Снят трэш. А что это плечо, это которое выпало? О-о-о, плечо говна. Ну все, короче, что, давайте пока. Если зашипнуть. Все же могут забрать. Ну, я крестик понажимал на все, я хуй знает. Надеюсь, вот потыкали, там кубик кому надо. Он там распыл, туда тыкал. Если зашипнуть 2-5, то эти плечи можно анцетом взять. Mm-hmm. Ну, короче, типа, мне не надо будет. Она не нужна. Там, типа, зачем плечи с меткостью? Не. Ну, или ты берешь плечи с духом. Ну, или шапку с Джайной. Ну, Джайну надо убить. Джайна недоступна. У меня сейчас 14% меткости. Это много. Я понимаю. Откуда? Откуда она только, я не знаю. Потому что ты шапка. Я побежал на медведя. Так нет. Больше. А, то есть, мои проценты меткости, они не показываются. Они не отслеживаются. Ну, тебя она собирается... Встречиваю все части тела. Поэтому я отказался от кольца ТГшного и взял себе из целка. Чем можно от шеи отказаться? У тебя будет кап меткости ровно. Стражники. Это кольцо с этой целкашки. Только вот мне не хочется от этой шеи отказываться, понимаешь? Ну, гербогруха. Гербогруха. От какой шеи? Я ее ни разу не видел. Скильданаса? Угу. Да. Она кал. Нет, шея хорошая на самом деле. Просто... Типа она уже... Как изжила бы, себя. Бы и норм, мы, конечно, тут говорим, но вы бежите. Типа лок там. Кал не кал. Это зелье, еще минуту жду. Ну, кал не кал, но сейчас большинство с ней бегают. Я... Тут не на большинство, да, не видел. Не видел вообще. Она свои капы и так далее. Ну, а на чё? Я не вижу смысла менять на что-то другое.
сейчас на данный момент. Ну пока, ну да, пока нет. Не, ну я хз, как это на, там на кастере, но на милика это полный мусор. На латника может быть даже норма. Нет, я не хожу без шеи, и мне норм. Ну, да нафиг это... Я тоже давно эту шею поменял на более крутую. Знаю, фармить ее, мне кажется, было актуально, когда она была только-только ввелась. Вот и все. Я фармил на шипы. Я вас вижу. Я пытался нафармить ее, но она такая бичевская. Я хз, я может... Ты че встал-то сюда? Я смотрю на них, блядь. Дед, слезай, ты че, упадешь. Машу рукой, ебану. Иди на шкаф тыкни лучше. Тыкайте. Свисай, анимированный. Прекрасно анимированный. Попрошу, блядь. Пушистый, блядь. Объемный, блядь. Мягкий. Высококачественный пух. Тупо всем рейдам на СУ плюхнемся, да и все. И отпружините, бля. Кушайте еду. Не, ну если так подумать, мне кажется, это было очень прикольно бы вот так взять и надо прыгнуть и на сову так это и поспать. Ух. Так. Если бы ты был совой, трахнул бы другую сову. Иди отсюда, грязный совою. Зашел чисто здесь посидеть. Че, сначала убиваем целителей? Там завоеватели, стан я вроде сам дам. Кстати, на скид процент дается стан? На 30 или 40? 26. 26? Да. Ну сначала нам целитель надо залить. Тотемы сбиваем тоже. Но агрите аккуратно, чтобы не зацепить трэш. Этот, а если там на 27 и там на 30%? Тем более, чтобы босса не спулить. Заведи только за кучу их, а то, блять, через кучу не хилиться. Ой, блядь, на... ну к нам, типа, куда, не... ёбаный. Не могут хилы хилить, так, нам туда придется заходить. Эй, блядь, похуй, короче. Не мешкайте. А, с боссами, что ли? А, нет. Так, медведям я сам дам стан. Одному кого-то бейте только. Нихуя. Не помню, мы сюда ходили на X2 нахуй. Короче, там мобы, вот к Джинлай как идти, были мобы. И они типа подмогу зовут. И короче, один из них в будке стоит. Там окошко такое, ну видно, он там стоит такой горбатый, блядь. И короче, я ДКшником чисто в прыжке нахуй. Я понял. Через форточку его грипанул, прикинь. Заберите алло, медведя. Медали стан, я понял. Нахуй. Медведя заберите. Они не заберут, они же бичи. Я им говорю, за кучу не вставайте, оттуда не достает ничего, блядь. Нет, мы за кучей постоим как бичи, блядь. Там же нихуя поле зрения прерывается, блядь. Поэтому ни стан, ни захилить нихуя не получается. Что там, кто-то другой стан даст? Нахуй надо. О, господи. Я дал стан на 26. Еще и локо разъебали. Шкаф понял, что не пропал. Да и мы их реснем. Главное быстрее залить. Ясный кринж. Каждый раз вожу заломан. Каждый раз кринж. Ну сегодня там кинжал будет. В прошлый раз, кстати, был. Ну это потому что я в рейде был, блядь. Ну давай, держись. Да, интересно, чё. Я когда ходил, нахуй, этот кинжал, ебать, сыпался по КД, нахуй. Тип его собрал. Я с 15-го КД забрал. С 15. Тип его забрал, 2 КД подряд он выпал, нахуй. Потом он еще 4 КД подряд падал просто. Все уже говорят, ебаная хуйня, нахуй, ту ли рогу создавать. Все, все готовы. Нет. Кринж, нахуй. Подсчёт. Алло, вот что это такое? Нахуя вы агрите? Охуенно.
Даем свой ванга, прям вангу его, что выпадет либо троллейбой, либо бензилон. Супер быстро заливаем этого ублюдка. Нихуя, кинжал. Ему стал не надо давать, надеюсь? Я сказал. Обычно не бей. Все, агрите босс. И заводите вот в этот уголочек. На нахуй. Что такое? Что вы делаете, вы сука? Ебать, что вы делаете? Ну, так ты его сам как бы, блядь, первый ударил, на Миддарк. Я его не трогал. Вставай, тихо. Details пишет. Тихо, похуй. Вы что, воните? Вставай, я тебя резну. Все, тихо. Нету. Ну все, как так нету-то нахуй? Я только что тебя резну. На стрим посмотри. Пиздец, блядь, ебаный в рот нахуй. Ты его отменил, походу. Тебе был рез. А ты хил, да? Гоните нахуй, это пиздец. Нет. Еще его разъебало, босс ушел назад, нет, чтобы резнуть его нахуй. И агрите босс, нахуя? Ебать. Брюбан, что с маной? Весы как-то. Не проебите танка. Алло. Тутилар агро. Ебать, я понял. Я стопнул дамаг, нахуй. На пулю в кирсоре. Дай бдилку на войду. А то я, блядь, буду чилить, нахуй. Сколько там, 10 минут накидываю, да? Чё 10 минут? Ну, за убийство босса. Да. Да так-то нормально. Ну, долго, вроде долго бы нормально, было. Но это кринж, конечно. Потом удивляемся, это почему гири у нас проблемы. Обычных манекенов убить тоже. Надо так поаккуратнее просто играть, время надо ценить. Быстренько, вот мы сегодня РТ закрыли быстренько, там не знаю. Не на танке делай, скрыли. Кому? Персер. Вот смотри. Банана не проебите, ну сука, хильте его на фул. Вот а вы на сейчас... формах вообще типа меняетесь? Вот сейчас медведя танчит гиена. Как вот он превратился, то унти забирай. Все, больше неху делать тебе. Понял? Вот и не сказать. На пулю. Блин, надо ну, теперь, так, теперь, сообщить. Теперь знаешь. Все, больше дальше ничего, никакой тактики нет. На крушение, мощный удар щитом. Реванш. Все, пиздец. Блин, ты уже так ну, не говори, я сразу начинаю во фрейме смотреть. Да нет, это че умер. Да он то ли начал хилить, то ли что. Первый урон по боссу. Да. Ну, раньше времени это тоже не надо хилить. Зачем? Он не хил, он шип, блядь. А-а-а. Ну, не проебите ударил. Танка, не проебите. Ну, блядь, не проебите, сука, хильте. Ёбаный брод, блядь. Вы вайпануться хотите? Хилы, не проебывайте танков. Щит, МВшка должна висеть. Щит Т4. Если Гена не успел, вот Гена на фул поднимите. Если не успел Гена с Кирсори стаунтить, то надо его поднимать, Кирсори. Если что, БР есть? Нету нахуй, я бедарка отдал. Который не встал, да? Окей. Буря сухой нахуй, ультраприз, делай что-нибудь. Он сухой, сейчас выпадут все нахуй. Ну быстрее, 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 ну зубы по нему, Кирсори быстрее. Сейчас сложит. Забирай быстрее, забери, забери, второй танк, забери, блять, босса. Все, ты один танчишь, выхода нету нахуй. Я поподхиливаю на медведя. Энг тоже поподхиливаешь. Куда ты подъебало встал нахуй? А, ну либо он будет шотать, я хуй знает. Удар секущий, блядь. Я в ахуе просто, блядь. Кайф нахуй. Ёбаный пиздец. Чё там КД у тебя на этой? Аля. На как он называется? На. Ну сука, как зелье нахуй, на
невидимость. Сука, бомжи ебучие. Пиздец, нахуй. Быстро-быстро бежим. Быстро-быстро резаемся. Не лежим, нахуй. Покинули тело, побежали. Время дорого, блядь. Упали, блядь, еще можно... Вставайте, диван. Какой диван? Где? На мне диван. Так, ну, я не знаю, Буря ничего не говорит. Ну, блядь, я не знаю. Может, там в углу убить её, может, кто-то тут. Какой угол? Уже бежим, блядь. А лок встал? В углу еще не лестница, еще веселее будет. Нам быстрее сейчас за минуту надо пробежать, за две. Алло, я встал. Уже все бежим сначала, не стам, блин. Что там, откатилось уже, мы все сейчас бежим. Инвизи, блядь. Сука. ДБР проебал. И танков не захиливают. Блять, как вы там... Ну, я не знаю, нахуй, эффективная. Чё ты там хилишь? Исповедь быстрая, МБшка. У тебя чё там, 2000 СПД, что ты не вывозишь? Ещё один нужен. Шкаф тыкнуть. Мы подходим уже. И диван, блядь, сказал бы, хоть мы тело бы не покидали, дали бы вас рез. Сколько его на времени надо, чтобы убить его? Минут 6. Ёпта, блядь. Быстрее, быстрее, в темпе это все делаем. Жрем рыбу. У нас уже где-то 6 минут. Типа шанс есть еще, шанс есть еще. У нас еще. Есть маленький кота, скорее всего, не заберем. Ох, опять самое главное здесь забрать. Буря плюс ЕС. Буря должен, блять, отману отпить. Клятву нажми, святую клятву. И жри. Блять, либо не успеем. Да. Давайте, давайте, пути, пульно. Все, встаем вот так к стеночке. Не слакайся, умоляю. Ты щитуй рейд, видишь? Он вот видишь, дамаг про. Ну, защитовал и все. А когда в медведя превратился, ты на танк обращай внимание. Обычная форма танка не разъебет. Дилка на СВА есть. Дай. Ладно, похуй. Нормально все. Вот нахуй этот не мотай вешается, сука, там полтора диком. Сразу блок щитом ебаните, как это меняется, вот медведь заебал. Слушайте, что Буря говорит, он танчил уже. Не проебите, не проебите, блядь. Не проебите танка, самое главное. Иначе это пиздец. 5 минут осталось. Да успеваем? Точно? Угу. Да. Я просто если шлаков не будет. Если не сдохнет ДДшник, то нормально. Ну я просто ору. Кринж. Защитовывай, защитовывай. Сейчас, видишь, не съест танка сейчас. Вот защитуй. Сейчас он опять будет рывок урить делать, чтобы у тебя уже в щиты это ушло все. Уже ультраприз, ты вроде же должен знать всю эту хуйню. Да я тут первый раз. А, ну да давай щиту, чё ты. 10 человек всё. Вот теперь на танка смотри. Быстренько исповедь него. А он не забрал там, блядь. Забирай, забирай Гена. Это всё должно быть в Вуду, в хилботе должно быть всё видно, на ком босс. Гена забирай, заебал. Да.
Не мотай его. Иннер, еще 10 секунд, Иннер, нах. Не, нормально все. А у тебя, кого-то другого. У тебя мало уже. Не, вот, вот клад, клятву нажал. Да как хули это клятва? 25%? Да хуйня. Все равно сядешь. Вот могу этого побить нахуй. Ну вот сейчас залил, нормально. О. Я чё-то запутался, кто какую форму танчит. Да и похуй. Да, тоже они с друг друга, блядь, собирают. Гена, Гена должен вот держать сейчас, держит. На пол дал Гена. Она совершенно, да, ещё хилит, получается? Нет. А, понял. Минут. Да мы успеваем. Ебашь, сейчас экзекут как будто. Ну это я бы просто очень долго смеялся. Давай, Мидарк, собаку вызывай и читай гимн на ману. Да нет, собаки. Тогда просто читай гимн. Силам, походу, отдельно надо встать, да, сука, чтобы этот мягкий был или похуй. Я вот в стене стою, мне вообще похуй. Оно откидывает, я в стене так и остаюсь. А, понял. Подперся, типа. Я назвал. Это будет кринж, если мы третьего еще убьем. Будет кринж, если мы этого не убьем. Будет кринж, если не выпадет нахуй этот кинжал. Нахуй. Ножик. Просто забей. Просто на стол прыгну жопой. На бутылку. Чё с ДПСом будет? Чё? Чё за 15 кауч? Не знаю. Чё? Кому звонишь? Минуту остались. А, как был телефон, а нет, пиздобол, сука. Вот, смотри. Просто иду проверять сундук. А, даёт, кстати, больше 15 минут даёт. Не трогайте сундук. Мы ещё третьего должны убить. А, любой. Где сундук? О, господи. Я же говорил, блядь. Че, вздыхаем, пошли быстренько третий. Умираем супер быстро. Бежим на рысь. Я же говорил, бежим, нахуй. Просто когда воет в рейде, нахуй, все просто, блядь, как, блядь, доктор. Не, ну это типа кринж, я не знаю, блядь. 14 кд не падает. 15-16 кд падает. Это вообще. Да еще заметочку там напиши, что воет, блядь, на рейде надо, блядь, что все падало. Талисман. Воет портал, блядь. Мишка, на удачу. Че этот самый? Давайте еще сейчас убиваем там кольцо кому-то. Не, давай. Кольцо, агильная ебанета. Крит хостовая. Агильная кольцо. Да все будет, ебать. Три кольца выпадет нахуй. Два мне, одно вам. Да? Малокраса убить. Молокососа? Сас. Молокососа, да. Сас. Сись. Сэс. Сас и Карибского моря. Рутб. Ритв. Рут, поебать. Ну нахуй ты сагрил моба, ебаный ты в рот. Все, теперь я в порядке. Бейте его, хули. Куда? Че ты стоишь? Танкуй, бей. Ебать, кринжи, блядь. Идол исцеления, нахуй. Ебаный покой. Че, ебцу мать, решили вообще весь трэш тут убить. Ну вообще, бля, гена хуярит на прополую, блядь. Писец, блядь. На каком же вы приколе, я просто ору. Просто в ахуе. О, трэш. Идол. Давай. О, привет. Вы же тут пробегали, типа. Нахуй надо, блядь. Мы же бомжи, блядь. Так я, сука, в прошлый раз не заметил. Надо.
шестерка из колоды тузов. Нихуя. Куда бежать, я не знаю, нахуй. 250 колды. За мной побежи сейчас. А где ты, блядь? А где ты, ёпта, кто ты, блядь? Поставь на себя метку, блядь, какую-нибудь. Давайте, да, давайте. Куда бежать? Го за мной, прямо за мной. Медленно бегаю, блядь, смотри там. Тут меня не разъебут. Какие-то прямо за мной беги, как я. Иначе умрешь. Я понял. Тут везде эти рыси стоят. Такие же, как блядь. Сколько там когда зелья? Я такой сам опасный. Рысь. Да. Сколько зелья? Когда? Тысяча. Алло. Алло. Юр, ты так через трэш или через ворота идете? Ну и через я хуй пойми, я, блядь, куда поеду. У вас же слева вон тропа, там ворота, я туда шкаф поставлю, там всех засумоним. Так а им-то надо обойти, чтобы зайти в комнату, если дойти к воротам. Зачем? Зачем? Это все скипается, как коража на бычка. Ну. Нихуя, бля. Ключи. Я, короче, не знаю, тут давно не было, они так ходят, я вообще не вникаю. Пост бьется 6 минут вроде, да? Да. Я сдохну, не трогайте. Заебал, и к стенке прижимайся. Я, блядь, плыву нахуй. Как-то засекли. У тебя что, фласки нету по воде ходить? Нету нахуй. Опа. Да я один хуй медленно, видишь, иду, блядь, как. Куда? Какой стене? Мне сейчас пизды дадут. Какой стене? Не, там надо, типа, в воде. У кого-то еще зеркало. Прошел 15 метров. Нажал фласку и... Куда идти, блядь? Алло, куда ты убежал, блядь? Вдоль стены, в левой. Клуб, кто-то пускай бежит и все. Тут рыси, а куда, ёбаный? У меня сейчас... нету зельки. Вдоль стены. Аккуратней. Ни у кого у вас нет зельки. В смысле, у меня есть зелька. Беги, вот, варту, беги к Локу. Туда. Так она, по сути, не должна спалить. Только нужен пет там. Ну какой там пет нужен? Нет, она спалит. Вот меня сейчас только что спалило. Типа... Просто по прямой бежать надо? В смысле, выпиваешь зельку, садишься быстро на маунт и бежишь. А, история, а какой ком... пет нужен? Хватай низ, маунт, и побежал к двери закрытой. Он релогуется, этот лог, походу. Да-да-да, молодец. Пошел, да? Так, да, я тут. А лог за дверью? Все, Батя, покажи. 50 секунд. Сейчас, 50 секунд. Все, по времени успеваем. Ну там, бля, это двары танчат, нахуй, вы сразу этот в рысь не вливайте сейчас, нахуй, там он должен агро набрать, нахуй. Два вара, тем более, бля. Дайте там, на отрыв уйдут, все, нахуй, там. На рысе, тем более, вот, осторожнее там, она шотает, сука. Скажите только, что делать. Кому? А ты кто? Не быкуй. Ему босса танчить, а Гена пускай рысь танчит. Ну понятно, а как, что за босс-то? Босс просто берешь, там он тебе... За жопу. Поворачиваешь спиной к рейду и во-первых, там... Во-первых, все сейчас сумонимся. Ага. Тебе нужно делить урон с другим танком. Вы стоите с ним под ебалом, и все. Ставь. А там урон делить надо, да? Сука. Так, я бурю сумоню. Я вторую пать, короче. Давай, не вижу ничего. Ну тыкайте, ебаный бастон, нахуй. АСС, короче, на престо кинул. Жора, где ты? Трэш сагрится. Аккуратней, здесь стоим, типа, никуда лишнее даже не делаем. Отряд самоубийца. Сагрить и трэш это конечное будет. Отряд бичей, нахуй. Да нет, не конечно, я АСС на лока дал, я еще реснет. Там успею. Чё, всё? 6 минут, да. Все тут? А с какой стороны обходить? Похуй, с той или с этой? Справа, нет, с правой стороны. Нет, другой вот она, на другую сторону. Отсюда, хуёво этот. А вот это. Пизды дадут, да? Прям по стене идите. Прям вот тут вот, под балконом, нахуй. Собираемся, стоим и курим, нахуй. Типа это всё. Сука. Банда. Эй, блядь. Буря-баня в своей банде бежит, да. Кирсори. Не, подойди сюда. Давай. Здесь танчить?
Нет, вот здесь танчишь, вот здесь держишь, а танчишь вот отсюда, короче, вот. Вот тут да встаешь вот, и топор. Вот тут, ебаный, вот тут, да, нахуй. Да. Погрите, дальше. Вот нет, здесь. Нет, сейчас рыбу покушаем быстренько, рыбу поставьте. Ебаный, блядь. Босс в луне, танки в ромбике, нахуй. А рейд везде. На четверти хп выходит рысь, каждую четверть хп. Она мисс. Рысь танчит гиена. Я в гиену на пулю, когда выйдет рысь. Да. На 70% Кирсов этот ШВС дашь, на 50 я этот бабу массакру, на 25 этот гена банан. Ага. Заебал, как он залез, нахуй. Хуя. Да. Фу, я в сове. Я ебашу, нахуй. Я просто сова на ковшине, смотрите все, нахуй. А вот на ту полку костром можно запрыгнуть? Вот вы дурак, а. А вот на ту полку можно запрыгнуть с костром, нахуй? Ну-ка попробуй. Все упадет, смотри. Чисто украшение. Кирсули, ШВ сдавай, ШВ. Поздно, нахуй, не успел. Пула пока нет, сейчас дам. Варт. АТМ. АТМ я заберу. Ага. Все, бьем рысь. Какой-то шок нахуй на этом шамане. Шок. АТМ. Просто битва с кувшина нахуй. Бесить не дают. Взгляд на мир Warcraft'а с высоты птичьего полета, да? Высоты птичьего на туре, нахуй. Совичьего полета. Опа! О, бля. Гиена слышал. Ебать! Сука! БР. Я же с кувшин проебал, сейчас, нахуй. Сейчас рысь выйдет. На фулл его заебите. 5%. Каску дал. Что это было там? Ты умер вообще. Дал на пол. Не, шотнул. Бывает. Там, блин, не угадаешь, когда этот удар дает ебаный. Он то в промах уйдет, то еще что. Врысь. И тут вары самые. Хуёвые танки. С нами просто удача сегодня. Я не знаю, мы в прошлый раз доходили, нормально все было. Я танчил, нормально сегодня было. Ну раз на раз не приходится. Как ты в ТТГ-10 потанчил, ты, конечно, ров. Ну тогда у меня не было такого капа большого защиты и всего такого. Вот ходил в Ландос. Я ты вспомнил, блядь, про ТТГ, мы ж ТТГ еще варт, не знаем. Варт. Сейчас пойдем. Ты предлагаешь в десятку пойти в ТТГ? Ну если вы нет, дальше не пойдете? Ну вообще-то хотим. Нет, так-то там надо? Пояс, я не думаю, то, что тут кому-то нужен пояс. Кирсури, там еще всякие штуки. Mm. Я хз, типа у нас спорная пачка, типа. Скорее всего, да, желаю, придется... Напулил рысь. Придется мне танчить, но мелких. Нет, лучше джелая танчить. Алло. Янушка, рысь. Подведи рысь к... Ебай. Че за хуйня, мне кто сало дал? Рысь. Я. Я себе, блядь. Ну потому что рысь не должна в рейде стоять. Ты уебал по мне. Нет, Валь как ОТшник на Джиналай самое то. Да его разъебет там нахуй. Не знаю, как я говорю, был дело с Варт наковал Джиналай и все нормально стоялось. Ну. Правда инс не прошли, ну ладно, че. Нет, мы закрыли его на плюс 4 спокойно. Mm-hmm. Без вайпов. Это тогда я танчил же, да? Я не помню. Ну видал, это двойной Гену удар. Не уничтожьте. По двум варам был удар, блядь. Да, одновременно еще сколько вот. Вард. Ну что значит War Thunder? Ксандер Кейдж, ты попал в зону Ксандера, нахуй.
Я же говорил, блять, ходите свой дом нах. ГЦ, ДК. ГЦ, Тай. Заханыч, просто минус. Понятно. Так, кольцо. Данил, покажите субботы. Все кастером. А, понимаем сильно. 4 минуты, уже четвертый сундук не успеем. Ага, да. Откуда он там падает, эта маска? Со следующего? Да, с малокраса, типа, ну я же говорю, что это так близко, что сложим. Че там тоже пробегать надо до джинла или как? Хуй знает. Или лок не пробежит. А, малокрас это подожди. Это малокрас это вот там, где. Джанлай. Это джанлай с лампочками, а малокрас это вот после джанлай этих големов. Не будем бить? Как там не будем, блядь, так там дверь закрытая будет. А, точняк, там дверь закрыта. А что, вы придете на ТГ-10? Годру очка с лампочками. Мы не даже, ну, еще играем с Зломанта, как он? Что? Потом пойдет после Зломана? Да. Так, я что ножик, там? Я ножик зачарю, закачу. Что там, как вам делается? Надо... Алло, где надо пойти? Медведя, либо кот, либо рога, пускай побегает, ну вот здесь я шкаф поставлю. Лок уже готов. А у кого-то есть этот, как его, как он называется, ридарский блинк? Не работает. Просто вроде. Блинк. Кто ридар тут у нас один? Да, ридар не сможет. Ты сможешь? Нет, я не думаю. Только там должна быть щель. Блинк, да? Да. Щель. Жаль. Не помню, между глыбами да, щель была. Челик бомбу словил на синдренах. Там, говорит, щель была, ебать. Там просто, типа, если становишься выше, чем бокс. Я, говорит, за глыбой стоял. Щель, нахуй. Но а чё? Как туда идти-то? Чё пробегать? Как? Куда? Всё, пиздец. Думайте, нахуй. Загадка, нахуй. Просто стой, жди. Сейчас все засумолят. Не-не, вы думайте, мы так не пройдем, нахуй. Давайте думайте. Пускай. Свой дом операция. Пускай напрягаются. У нас операция морские котики, нахуй, в инвизи, блядь. В тылу врага, нахуй. Ёбаный покос. Сейчас тут у них ром из бочек поворуем. Я, блядь, как начну воровать, там пиздец. А, это барабан, а не бочка. Тут же время. Я понял, блядь. Смотри, что у тебя это... Рядом, не ходи с ними. А потом где? А куда идти, ёбаный? Я потерялся. Я сюда иду? Рядом с разведчиком не иди. Да и хуй на него, ёбаный. Ёб нихуя. Он заебал. Хули ты очкуешь? У меня инвиз вкачан, ну как хуёво. Я тогда тут проходил, и он просто шел за мной, когда я шел в инвиз. Прикинь? Куда идти, ебать, я потерялся. Потом он просто убил меня в конце. Он на меня... Пиздец! Беги, нахуй! Ты видел, нихуя? Я понял. Он меня спалил, ебать. Пизда. Я же тебе сказал, что ты сделал. Сука. Слава, что ты сделал? А есть ножик у тебя? Вдруг да, так там, типа, ну попробуй они сагрятся. На ренже, на ренже. Сколько ренже? Хватает ренже? Нет, да должно хватить. Хотя, нахуй я нужен? А, ну, блядь... Так ты... Блядь, что вы там мутите, все хорошо. Не рискуйте, иди на яйца. Не получилось, да? Не сработало или что? Нет, сейчас не, ну, тебя... двинется этот. Я не знаю. У тебя ваниш есть? Сейчас будет. Ебануться на. А чем ты поднимаешь меня, блядь? Ножиком или чем? Ножом. Сейчас отвернутся эти дорики. Так масрез есть. Ебать. Да, еще масрез. Дефибриллировать. Так там и одного ноги ходит. Китайский, все, беги дальше, нахуй. Понятно. Так а хватит, а кто тыкать-то будет? Слушайте, вопрос небольшой. Если я куплю... Могу же купить несколько кристаллов совершенства для апа? Кстати, я могу масрессом тебя поднять, нет? А, ты уже... Он же покинул Челана. Ты еще раз что-то ничего не понял, чего? Могу я купить две или там, не знаю, три этих кристалла совершенства ТГшных, которые апают тебе шмот? Сейчас еще и меня прибьют. Ну, сразу, то есть не могут меня одновременно храниться в сумке? Нет. Получается, я могу купить один... И улучшаешь шмотку, потом покупаешь другую, улучшаешь шмотку. Нет, ну получается, если могу купить один кристалл, 180, еще 50. Да я просто пытаюсь понять, сколько у меня бальжей.
накопить, чтобы у меня прям в новых там, 360 баджиков. Тебе надо на две шмотки. Ну вот. 730 будет, да. Так а что, контракты? Надо мне пробегать или нет? Нет. Не надо, не надо. А, ну все, там. Там засчитывается за людей, которые рядом стоят. Вроде как. Я понял, блядь. Я понял, сэр. Так, что там? Тогда посплю, ебать. Кстати, два заходу, десятку, 80 души. Отлично. ДЦ будет на дисплее. Ебать, он тут впервые, нахуй. Пиздец сейчас. Давай, Войт, объясняй так. Культом объясняй, блядь. Берешь, диспелишь, нахуй, пиздец. Объясняй, как от лампочек. ШП диспелит, ДЦ диспелит и Бурибай диспелит. Все а на диспелит. Танке что делать? Тачить. Класс. Я вот не знаю, нахуй, или мне спекнуться. МТ танчит босс, вот ты танчит трэш. Да. Вот ты спекнешь там, один варна, пусть хуярит. Самое главное, это, короче, там есть фазы, когда босс кастует лампы. Типа, да, и вот. на пол падают и много-много всяких таких этих огонечков, которые, у которых рейндж достаточно большой. И вам надо встать так, чтобы они вас не задели. Метку на вайда потом. К стене прижиматься нельзя, потому что стена это тоже типа лампочка, это огонь. А пикин поставь на этого Войда. Войд там ни разу не вздыхал на огне. Ой, ты там где есть-то, ёпта? Я хуй знаю, ну сумоньте, ёбан. Что, сумонили уже? Что-то нету. Ой, чёрный нахуй. Забиваем? Нет, не трогаем. Смотри, я спящий присумонился, ебать. А вы идите, как собираетесь, если вдруг не попрёт. Ну как, ну разъебать надо, значит, мобов, нахуй. Пусть знает. Короче, кем натанчить? Афурика. Ну мобов убиваем. Ну также можно еще в яйца забежать и дать диван, допустим, здесь, потом на срез. Хуй знает. Да давай убьем просто, да и все. Это, блядь. Подожди, да как убьем нахуй, если мы ебанемся, что делать? Опять пробегать. Не вот к яйцам бежишь, все, нахуй там, эвейдится этот пост. Я в инвизию, иду, типа. Ну, если это... в яйца бежишь и эвейдится, то заебись. Да. Так, чё, кто там? Кто-то один типа побежит? Все сапроты, бля, сапрот. Я Фурика спекнулся. А чё, сапрот нужен здесь? Да. А, у меня нету. Тем более тряпка нахуй сапрот. А кто держит босса, Войд? Нет, варлук. А, окей. Вот трэш внизу, убьем, вот 4. Пидорасы стоят. А нахуй им пить, бля, вас? Чё? Давайте решайте быстрее, блядь. Войд, давай, короче, агри этих додиков внизу. Я понял, блядь. Ой, бля. А чё они вам сделали, нахуй? Это что, какие-то твои кореша, что ли? Чё они нам сделали? Так захуярили моба просто так. Вот зажигателя, я разъёбываю вот этого ебаного. Баф с него спиздите. Сори, минус. Диспельте присты, баф с него. Ну, хули, конечно. О. Может еще раз повешать. Там у них ДВМ кричит, наверное, диспель нахуй. Диспельте. Присты, ну. На мобе, вот зажигатель огня, который. Заклинатель, блядь. Зажигатель огня. Хорош, классная должность. Какой-то сигаретный фермер работает. Ебать. Сигаретный. Колдовская, нахуй. Колдовская, чё она? Ну шо вы там? Вставлю рыбу. Этот ультратрит сейчас нахуй. Птички выходят. Танка, диспелишь, короче, этот. Так, кто на боссе? Гена? Да. Так, окей. Гена на боссе? Там, огни тебя не убивают, нахуй. Кто будет на птичках сидеть? Пожимайте, если что. Ну, ШВ, держи, ШВ, вот.
По анонсу только жми. Войд катит трэш. Кто будет на птичках сидеть, алло? А, бля. Ну, Войд, наверное. Ну как, чё, нельзя додуматься, что ли? Я ж спекнулся. Войд на трэше, на. Нифига, это чё за бдительность? Чё за баф сейчас был? Обновите, типа, этот, как его... Ты бдилку лучше на Войда, да, чтобы меня меньше пробивало. Крики все, это... Ну, блин. 6 минут и все? Чё, все готовы, хули вы? Хули, поехали, ёбаный. Гена, хуярь босса, бля. Я понял. Хуярь, ёбаный. Зря это было, конечно, сделано, ну ладно. Ой. На одной линии не стойте там, сейчас дыхнет сразу двоих. Да, стойте с разных сторон, да. Вон сзади место, чтобы босс, когда дыхание кастовал, он не дамажил 5 человек сразу, иначе подохните нахуй. Вот, чтобы вот такой залупы не было, с разных сторон стойте. Вот череп убить надо. Хорошо, шеф. Череп повернитесь, убейте. Сейчас будет бомба скоро. Хуя оно пробивает как. Вот бомбы, ищем место пустое без бомб. Нашли место, блядь. Как будто пролаг был какой-то, да? А чё, череп-то добейте, РДД, алло, блядь. Вы бичись совсем, что ли? Добили там? Да, кропали. Подхильте. Щиты на фул рейде держи. Че у тебя? Ну щиты где? Ультра. Ну я ложно еще прожимаю, но... Просто по кругу щиты, быстрее, быстрее, быстрее. Миддарк вместо дамага ты диспелишь с меня эту залупу. По КД стоишь и диспел нажимаешь на медведя. Вот. Вырубай только когда рейд поднял, тогда пару раз тыкай. В основном меня хиль. Частица на мне должна быть. Че там, следующий пак трэша, да, напуливать? Да. О, сейчас был пролаг. Да, был пролаг. Какой-то стрёмный. Ой-ой-ой. Бля. Ой-ой-ой. Напуливаю, короче, на Войда. ДЦшник минус, нахуй. Чё, не видно место, где нету этой хуйни? Как она называется, нахуй? Или как? Блядь, я не могу понять. Поднимай, бурибай их, блядь, иначе мы подохнем, нахуй. Ладно, вставай, ДЦшник. Быстрее только, быстрее, быстрее, вставай. Ну ты встаешь, нет, ты тут. Вставай быстрее, блядь. Пиздец, я хуею. Просто, ну ты тут вообще? Не, его тут нету, нахуй, все, пизда. Да давай, пиздец, блядь. Он вроде встал. Хули встал? И умер. Да как, так, не, блядь, он не вставал, нахуй. Пиздец, ультраприз, блядь, я хуею с тебя. Это какая-то параша, блядь. Диван кому-то давай, там, не знаю. Нужно кому-то что-то давать. Все, ну, заебись, да. Нахуй. Кончился рейд, нахуй, все, пизда. Ну, я не знаю, либо сидеть тут дрочить, нахуй, пока, ну, вылетел или нет, я хуй знает. Либо, блядь, идти в другой инс, нахуй. Либо идти в ТТГ. Тут он, нет. Чё-то не вижу его. Вон ультра. Ультра, ты тут, нет? Да-да. Так а что у тебя за проблема? Почему ты не можешь встать, где нету бомбы? Ой, пиздец. Ну и как? Как сейчас резаться? Что делать? Опять бежать заново? Давайте думайте, идем дальше. Нет, а то это будет нахуй. Вместо полтора часа будем 3 часа тут сидеть. Я ебал 3 часа сидеть. Ну давай трай, обидно будет. Бля, я бы лучше сразу туда не пошел. То за, чтобы траить, нажмите да. Я там, ну, бля, сразу нахуй. Видно, что трудно будет нахуй, но... Ну, 4 не хотят. Бить не хочет. Да потому что это пиздец. Не, ну пролагало, ладно, хуй с ним. Просто это, блядь, надо было... Это кринсип, долго бежать опять. Еще никто не сбежал, нахуя мы тогда мобов били, блядь.
Понятно же, что все, падаем, блядь. Танк упал, сразу надо убегать, блядь, чтобы свейдить, чтобы резнуть людей масрезом. Нахуй надо. У кого сапрота нет, нахуй за сапротом идите. Да у меня есть сапроты, блядь. Ну пусть покупают нахуй гильдии сезон. Да в гильдии-то и так дам. Да там получилось. Кстати, так, вот то, что там переходка была. Сможешь мне накрафтить масло? Денег дам. Какого? На этот, на АП. Ну так у меня в ГБ лежит дохуя там. Ну вот сколько там стоит фласк? Одна. Да я хуй знает, не знаю. Я могу на варе, я могу тебе сделать. Окей, я просто ну не хочу выпрашивать каждый рейд, это кринж. Ну так а сколько ты хочешь взять? Ну, штук 20, наверное, максимум. 20, нихуя себе. Я могу, если что, скрафтить за Шимона. Ну, смотря какой ценник у вас там. Вы, короче, бьете сейчас или нет? Вы мне скажите, блядь, вы идете дальше или нет? Чё ну, 6 там? Хотят идти, 4 не хотят. Ну и чё, ну, вы итоге? Всё, идём, значит. Я бегу. Сейчас так, профессиональный танчок, я с гир. Только если будете умирать, если вот, ну, у меня БРКД. Ну, если мы еще раз выпанемся, я не хочу ну, дальше. Вы выйдете нормально. Ну, не, ну, типа, шанс есть, как бы, блядь. Ну, разок еще тройнуть, нахуй. Ну, вы тогда отбегайте в зону, где боссы выйдется, вниз по ступенькам. Для чего трэш били? А то вы повстали, все и сдохли, блядь. Это пиздец. Еще бежать пришлось, нахуй. Столько времени проебываем на эту беготню. Да потому что когда я выйдет собирались, он, блядь, дал свои ебаные сферы, притянуло всех в центр и никто не спасибо. Ну да, хуйня, ну. Еще и огонь закрывает этот проход, нахуй. Вообще хуйня, ну, кринж. Типа, ну, хилам надо 100% находить место, где стоять. Или, я не знаю, или хила третьего спекать. Что-то они не выводят. Либо хила спекать. Слышишь, Гена, ты танчил мелких драконов этих? В принципе, он должен нормально танчить. Может быть, хила спекнуться. Ну, да давайте по-другому надо. Сделаем, просто сейчас две первые кладки хуярит, да это, драконы выходят, а АОЕ даем, заливаем трэш, блядь, ждем другие кладки, блядь, и опять заливаем, нахуй, бьем босса. Босса все равно до 40% надо доводить и стопать, пока все драконы не бьются. Да это все понятно, я к тому, что, блядь, этот, ну, в принципе, приз сдох, я хуй знает, нахуй, а если он будет лагать, я подохну, блядь, меня просто не прохилят. Если диспела не будет, тогда нет, опять ну, Мидарк 31 нормально, Буревай, в принципе, нормально. Это приз идите, больше... жмите на шкаф, чё вы встали? Мидарк это ШП был. Да, ну ему и надо диспелить, потому что если будет ДЦ диспелить, мы все подохнем, нахуй. И ты, ультра приз как-то, не знаю, ты, блядь, кинул щит и стоишь, как будто чилишь. Кидай сразу 10 щитов. Эта хуйня прошла дыхание, оно по-любому разъебет щиты. Так ещё я кидаю, и... так на них же, на навес... На навес щитов же КД идет. Ну вот. Я смотрю, КД вот нету. Я и жду, пока эти 9 секунд пройдут. Потом... Это и флешка подхилит периодически. Как бы тоже самую такую жидкую цель, типа этих ткань подхиливай, кожу подхиливай. Влажная такой. Хороший. Не, ну по факту, блин. Ну, вы поняли, что жидкая. Жидкая цель, ебать. Валим, вставай. Сука. Жидкий металл, ебаный. Валиант, алло, ну, блядь. Не жидкую эту, как его... Дряблую. Как она называется там? Дряблую, да. Где дряблую, там и нежно. Хорош. Дряблую, ебаный. Ты чё, дряблый, ебаный? Где дряблую, там и нежно, в общем, это... Фу, ебта, чё ты вообще... Короче, труху надо прохиливать, да? Ну да, это щиты спам было, типа он говорит, у тебя дряблая кожа, где дряблая, там и нежно. Ебать. Жёстко. А чё, панду не смотрел, осуждаю вас всех тут, блин. Всех, блин, негров смотрите, всех Вин Дизеля и там за семью смотрите. Нахуй. Негры это Вин Дизель, кстати. Сука, вы заебались. Блять. Сидите тут, не читаете. Валиант, ты где, ёб... Валиант, алло, блять, я заебался. Сумонить тебя. А он вообще в начале инста, нахуй. Ах. Кринж, блядь. Ну, есть тебе сумон, нет, ты тут? А кринж, чё это опять, блядь, этот кринж? Это какой-то... Ну, это когда... Объясните, объясните. Ну, так ребята, если кринж... Это когда вот глупая какая-то... Нет, ну и кринж, это когда пошутил твой друг, а стыны тебе. Нет, нахуй. Это не кринж.
Кринж это когда, это когда, это вообще, короче, типа, ну, американское слово. Оно там уже давно есть, а у нас только, ну, недавно. Это, короче, появилось. Когда жрёшь этот, жрёшь сюрстрёминг, нахуй, вот эту протухшую селёдку, нахуй. Жрёшь и начинаешь блевать. Рядом сидит справа друг, ты блюёшь на него, и он от этого тоже блюёт, и он блюёт в окно, а потом ты начинаешь блевать на стол, на эту банку сюрстрёминг, потом берёшь, пытаешься сожрать прям со своей блевотиной. И всё равно блюёшь, срываешь плафон с потолка и начинаешь в плафон блевать, нахуй. Вот это кринж, нахуй. Ну, это, в принципе, да, это кринж. Нет, согласен, на русском добру, да? Будет, конечно, максимизировать. Мастер кринжа. Перелом. Кринж, кринж, это когда какая-то такая вот стрёмная ситуация происходит. Ебать, да ну нахуй. Да, нормально, ебать. Ну, нет. Кстати, лаги какие-то идут, нахуй. Знаешь, есть такая шутка тоже, когда навалил кучу, но не кринжа. Нифига, вой там перемещается, стрёмно как-то. Я говорю, лаги какие-то, блядь. Давайте походу... далее, ты тоже ебанём нахуй вот это. Не, зачем? Ты зачистишь, по-моему, вот это кринж был.